Всем привет, ребята! Мы продолжаем проходить Ведьмака. Я решила, что я пойду к Трис. Да. Пойдемте. Трис. Он живой и здоровый вернулся. Закончим ветку с Трис. А потом пойдем к Лючику. Торговцы. Ну-ка, это закрыто? Закрыто. Я уже в каждую дверь хочу зайти. Все в порядке? Бледный ты, смерть. Так, пойдемте. Не сюда. Промахнулась. Вот этот домишко, да? Опять сейчас скажете? Я же заплатила тебе за месяц вперед. О, опять начинает. У меня уже нет денег. Но зато есть кое-что еще, дамочка. Что? Какие-то вы наглые. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда! Пошла ты. Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем. Идите отсюда! Сейчас же! Обокрасть ее решили. Да сейчас. Она заплатила же деньги. Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала... Блин, Трис, не бы я... Злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Да они содрать с тебя хотели. Если бы они по чистой душе тебе хотели бы помочь... Они мне стали так все вести. Рисковали, это правда. Но за щедрую плату. Да. Но они могли взять деньги и выдать меня охотникам. Ой, блин, палка на двух концах. По новиградским меркам они на редкость порядочны. Прошу тебя, хотя бы не оправдывай их. Это могло бы стать началом интересной дискуссии о морали. Но у меня на нее нет времени. Сам видишь, что творится в городе. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. И что делать? До порта дойти не просто. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. Боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. До порта вы так просто не дойдете, на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Там из подвала можно спуститься в канал. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных? Или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть? Что мне делать, Геральт? Блин, а как это рисковать всеми ради... О! И предлагаю попробовать помочь... Если что-то пойдет не так, я отгружусь. О, не знаю. Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди. Thank you.
Блин, ну вот эта парочка, может быть, и не сдали, да, и на этом спасибо, но тем не менее, блин. С такими элитами, да уже сдали. Где этот тип? Ой, Цири. Ой, Трис. Цири. Сейчас она их завалит. Где убежище? Или я сама? В обрезках. А сейчас нельзя обращать на себя внимание. О, как бы нельзя обращать на себя внимание. Тогда нам надо переодеться. Слишком сильно привлекаем к себе внимание. Они не должны нас заметить. Каким образом? Может, отвлечь можно? Ушли. Они ушли. Ну и чё там сидишь-то? Котик. Но. Это они, как я и говорил. Вчера я этот ебаный ебаный девка. Боже, ведьма. Там что-то происходит. Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделали. Как же, как же. Все так говорят. Кто, кого, чего? А моя награда? Награда? А, да. Зайди в штаб. Мы наград не выплачиваем. Короче, типа они сдали, да? Ага. Да. Ну и чё? Меригольд, иди, иди сюда. Ну как бы... Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд. А чё глупо сидеть здесь? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Ну или поймают здесь и убьют. Я не могу гарантировать, что если вы пойдете с нами, все будет хорошо. Но если вы останетесь, то погибнете наверняка. Он прав. Мы где-нибудь спрячемся. Переждем. Дорогой, умоляю тебя. Заткнись. Я тебе говорил зимой, что надо отсюда уехать. Ну нет, тебе было неудобно. Ну так вот тебе. Блин. Ты этого хотела. Уходим. Пойди. Сейчас же. На нерваке. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. А вот если бы у меня не было бы прокачано. Ну что, пошли. А где эта парочка-то? Домовладельцы. Сколько вам за них дали? Господин, пощадите. Сколько вы получили? Меру зерна, бочку селедки? Оставьте его. Это я его подговорила, чтобы он в стражу пошел. В конце концов, их все равно бы нашли, а тогда бы и нас сожгли. Тогда не надо было вообще принимать их. Но и не идти сдавать их, раз уж так за свою шкуру переживали. И все. Валите. Убирайтесь нахер, а то вы все равно закончите на костре. Но это как же? Стражники могут решить, что это была засада. А за такое знаете, что грозит? Это же наш дом. Нельзя же так просто... Делайте, что хотите. Угу. Ой. Так, пошли. Куда идти-то? Закрыто. Ну, пошли, Трис. Стой. Ты слышал? Там еще двое. Взять их. Ты проверил каналы под замородком? А вот нет, поймали? Я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах, а теперь...
Теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот остальные без меня нет. Ну и заварил ты кашу в этом самом Лок-Муине. Лок-Муин. Я помню, вторая часть. А где парочка-то? Видно, ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке. Или мы... Опоздали, да? Они уже там. Мы опоздали, да? Хватит с тебя! Обходи с двух сторон! А где парочка-то? Они тут поубивали кого-то. А людей вы зачем убили простых? Они же не чародеи. Вот мужик валялся. Или все-таки? Холера. Мы слишком задержались. Нет, мы спасали двух человек. Да. Ценой его жизни. Ой, господи. Так одной жизни или двумя жизнями? Чё за выбор, блин? Хорошо, что мы успели прежде, чем они отыскали укрытие и схватили остальных. Я не могу считать жизни, Геральт. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. Сюда, Геральт. Не знаю, в следующем прохождении, кстати, если я все-таки пойду на игру плюс, можно будет сделать по-другому. Я не буду, наверное, переигрывать, решать, блин, спасти тех или этих, понятия не имею. Вот. Трис, что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Опа. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. Чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. О, Дикстра. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чудное сердце. А почему твое чуткое сердце затрепетало только сейчас? Чародеев жгут уже много месяцев. В таких масштабах только с недавних пор. Кроме того... Хорошо иметь друзей в Ковиле. Особенно при дворе короля Танкреда. Трис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом. Пока убедились, что в Ковиле нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей. Пока нашли капитана, которому можно доверять. Мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите. Достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно. С оружием в руках. А не на костре, моля о пощаде. Диалоги как-то тише, чем мозг, что ли? Сейчас, подождите, звук. Музыку давайте чутка сделаю. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать.
Да, помощь риданского шпиона. Надо еще тише сделать. Но это было давно. Ты воспитал этого безумца. Ты научил его убивать. Не время сводить старые счеты. Дискуссия окончена. Ой, да, друг на дружку все перекидывают. Давайте до 90. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Дикстра, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Трис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше я ничего не говорю. И иди вперед. Если только выйду из этого живых... Ну, вроде бы они не только чародеи же сжечь начали, они еще эльфов там жгут, и они всех там жгут. Еще немного, и они ведьмаков сжечь начнут. В лучшем случае они будут чуть-чуть меньше нас пытать. И то хорошо. Да. Ты слышала про ложе Медея? Это такая лавка с лебедкой. Ну, ну. Я не хочу об этом слышать. Никто не хочет так, об этом это слышать. Так, это сын... Сейчас, подождите, найти я. Да. Найти проход через подземелье. Так, что тут есть? Аниса. Оставь меня в покое. Идиотка. А тебя какая муха укусила? Ты не понимаешь? Это из-за твоих богов нас хотят сжечь. Из-за религии. Нас хотят сжечь из ненависти и из страха. Вечный огонь только отговорка. Ну да. Молись дальше. Милители тебе поможет. В принципе, она права, это просто страх. Просто страх человеческий. Мое почтение славному белому волку. Мое почтение, спасибо. Все, погнали. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро конечно, все кончится. Конечно. Угу. Уже скоро. Ну, сколько мне еще ждать? Болотник? О, у вас тут несколько. Так, подземелье, подземелье. Так, улучшенное полнолуние. Не знаете, что по алхимии надо пройтись? О, масло. Подождите, эликсиры. Круга. Полнолуние. Масло даже могу сделать. Масло против кого? Против орков. Хорошо. Ага. Что, драться расхотелось? Так чё хватит-то? Не в тему порой кричишь, Трис. Подожди. Здесь проход есть. А там, наверное, что-нибудь интересненькое, да? Ду. Снаряжение. А, не. Просто меч. Ой. Трюпы. Так, подождите. Да. Да. Патрис, подожди. Все. А вот этот, во. Вот здесь вот тупик, сейчас здесь осмотримся. Хлопок, шкура дракона. Все, завал. Пошли. Холера! Мы не пройдем!
Почему? Почему? Подожди. Может, есть другой? Вот. Ух ты, библиотека. Блин, Трис, зайди. Это серьезно? Кобзец. Блин. Беги за мной, Трис. Встала на пороге, и все, и не идет. Я не могу пройти. Давай. Да. О, смотри. Дура, блин, встала. Хроники якобы Варацци. Невероятно. Все редкие издания. Ну да. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда. А что, сразу взять нельзя? Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. Хроники Редания. Это какая-то потайная библиотека, да? Любовь. Поэтический сборник Гонсало де Верса. Лютик был бы рад. Старшая кровь. Очень много книг. Куда столько книг? Угу. Ой. Да что такое-то? Ну, я все понахватала здесь. Ну вот проход. Трис, я нашел выход. Ага. Я уже начала думать, что все пропало. А с другой стороны прошли, кстати. Да? Здорово. О! А вас тут трое было? Миленько. Так. Алкотест нужен, он для эликсиров и бомб пополнять запасы. Там что-то мощное? Крысы. Серьезно? Я же в них большой спец, помнишь? Вау. Как их много. Где? Где крысы-то? А вон внизу большие сидят. Забавно. Так, сейчас. Ну ты чё? Да. Удивительно, что здесь было столько крыс. Ой, они меня, это самое. Мы подружимся. Рядом с резиденцией Карла Лорена. И такая. Думаю, это не совпадение. Ну да. Дофигища. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? На стопах, лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Чему я не могу сначала подняться? Найдем выход к порту. В чем дело-то? У меня игра не... А, во. Я думала, все, кирдык не пускает игра. Перепрыгни, наверное, нет? Странно. Ой, сколько-то трупов. Жесть какая. Скелетики. Ладно, пошли. Цветы.
Ой. Смято письмо. Господин два раза спрашивает, где его деньги. Первое и последнее предупреждение. Или ты завтра даешь всю сумму с процентами, или узнаешь, почему господина Вареза прозвали Тесаком. Тесак? Это вот тот вот мелкий-то. Да? О! Там какой-то заказ. Красная. Квест. Так, что-то происходит опять. Подождите. А вон, смотрите. Трупы. Тело бледное, иссушенное. Вампир? Ну, судя по тому, что оно иссушенное, то это, наверное, вампир какой-то, да? Я так подозреваю. Ну, вот еще один. Так, стоп, а нам туда. А тут что? А, здесь эти болотники. Здесь были болотники просто, да? Такое немаленькое задание-то. Так что правильно, что ее на отдельную серию ставила. Раны только в области шеи и горла. О! А это вот этот уже. Болотник. Тот посильнее его замочил. Наверное, вампир. Да. Монстр? Ну, все. Да блин, Трис. Ага. О, охотники. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Охотники. Значит, они сюда добрались. Но их кто-то встретил тут. Ну-ка, и кто тут? Ну и где? Ага, кракан какой-то. Ядовитый? Так, ага. А был какой-то этот самый? Ну, по-моему, урона никакого не было, нет? Танцующая звезда. Ну, а он это, нормальненький такой. Гори. О, все. Да. Катакан. Это мой постоянный источник дохода. Монстры. Да. Монстры, монстры. Отличный гром у Клёва. Ну-ка, я могу? У меня есть ингредиенты. О, бомба, аж 5 штук эликсира. А
отличный гром. Белая чайка. Белая чайка. Где мне белую чайку надо быть? Что-то я не помню такого. Честно. Так, ну все, пошли. Не, назад что ли бегу? А, нет, все правильно. Две грак, доски. Ага. Чайки. Да. Я помню это место. Я помню это место. Сейчас... Ой. Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Ну, а что ты хотел? Как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А... До ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Помочь? Я могу сыграть на скрипке. Или сбегать за цветами и шоколадкой. Дикстра. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Филиппа и Дикстра. И... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат демонов! О! Драка! Чё вас так много? Хрена к тебе. Всё? Так быстро? Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И ещё только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Ага. В этот момент мы либо выбираем Трис, либо выбираем Йен. Мы что делать будем? Я не знаю. Ладно, вроде бы как на Йен остановились. Давайте попрощаемся с ней. Не будем... волочами, не будем выбирать эту и ту. Я тоже буду о тебе вспоминать. И всегда с улыбкой. Госпожа Меригольд! Иду! Держись. И поцелуй от меня Цири, когда ее найдешь. Дикстра. Баранты. Что? Баран, козел, столоп. Ты даже не пытался ее удержать. У меня были свои причины. У меня были свои причины. Да. Ты баран, пустозвон, остолоп. Ладно, ладно. Но даже пустозвон может оказать миру услугу. Если кто-нибудь поумнее объяснит ему, что делать. Не лучший момент для интриг. Интриг, господи. Что ты задумал, во-первых?
Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе? О, я ж не ждала. Арткарайге, Гулете. Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого. Включая Йеннефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования — симптом более серьезной беды. Реданий правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами, для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось. Ну, после да. долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовид свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Ну, я не убиваю королей. Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Ой, блин. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Так, мне подкинули задание, да? Смертельный заговор. Ага. Обыскать. О, попрощались мы с Трис. Мы будем выбирать Йен с вами. Кабаре, смертельный заговор. Блин. Я только одну закончу, они мне еще одну подкидывают. Ну что за дела? Вы смеетесь, что ли? Родовой меч. Угу. Прям печалька. Я еще даже на скеллиге не плавала, не зачищала ничего. И, кстати говоря... Чё, бандит? А, там сидят. Так, это у меня DLC-шка открылась. Ну, мы пойдем в кабаре. Угу. Все, ребят, давайте мы на этом закончим. В следующей серии мы продолжим.
Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!